Расскажу вам пасхальный анекдот. Анекдот старый, советский, но тем не менее мне он очень нравится. Сначала расскажу, потом расскажу, почему он мне нравится. Идет Леонид Ильич Брежнев по коридору на Пасху. Вот, и ему один из встречающихся говорит: «Леонид Ильич, Христос воскресен!» «Спасибо». Идет дальше, следующий также: «Леонид Ильич, Христос воскресе!» Говорит: «Спасибо, мне уже доложили». А нравится мне в этом анекдоте вот эта искренность, с которой анекдотный Леонид Брежнев воспринимает эту новость. Действительно, он не спорит с этой новостью, как некоторые атеисты, а соглашается: «Да, хорошо, мне уже доложили». И вот хорошо бы вообще всем людям вот эту новость о воскресении Христа воспринимать с такой же искренностью и верой, с какой ее воспринял Леонид Ильич из анекдота. Потому что, как говорил апостол Павел, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. А Он воскрес, проложив и нам всем путь к воскресению. С праздником! Христос воскресе!